All right. <laughs> Друзья, приветствую вас всех на презентации 18-й версии 1 из Bittrex управления сайтом. Приглашаю на эту сцену Юрия и Диму. Прошу вас, друзья, давайте представим эту новую версию, ура, расскажем ура. все, что у нас получилось. Вообще, судя по этому залу, мы с вами нарушаем пока статистику, потому что пришло сильно больше людей, чем мы а, рассчитывали. Всегда набираешь аудиторию чуть больше. Есть некая статистическая величина, по которой мы говорим, да, должно прийти примерно столько, пока мы с вами обгоняем эти цифры. И то же самое происходит у нас в онлайне. На сегодняшний момент регистрации мы поставили рекордное количество для управления сайтов. Больше 10 тысяч человек смотрят нас в онлайне зарегистрированы, а мы помним, как у нас проходит просмотр, когда вся студия располагается у экрана и раз, рассматривает и изучает то, что мы представляем в новой версии. Причем прямые включения у нас есть не только здесь, но и в Москве, в Калининграде и еще в 20 городах. Давайте поприветствуем всех, коллег, Давайте поприветствуем всех, кто нас смотрит. То есть в каждом из этих городов Сейчас наши партнеры вместе с клиентами собрались в таких же залах, смотрят онлайн-трансляцию, и мы будем от них потом принимать отдельные вопросы для того, чтобы в секции вопросов и ответов, которая остается после презентации, суметь на эти вопросы ответить. Что сегодня у нас будет происходить? Во-первых, мы немного поговорим о трендах. Мы представим новинки версии 18.0. И у нас есть особый секретный ингредиент, которым мы вас заинтриговали. Делая подготовку к этой презентации. И, конечно же, мы презентуем новую лицензионную политику, о которой уже говорили. И там у нас заготовлено много сюрпризов. Я уверен, что все оценят эти изменения. И сегодня мы будем говорить о один из Битрикс-управления сайтом и об enterprise версии нашего продукта. Итак, управление сайтом, контент-менеджмент система. Интернет-магазин, маркетинг, производительность, безопасность и мобильность. Это те направления, за которые мы отвечаем в рамках этого продукта. За многие годы существования нашей платформы более 200 тысяч клиентов стали делать сайты на нашей платформе. Причем помогали им все это делать почти 17 тысяч партнеров в нескольких странах. И это прекрасный результат и фантастические интернет-проекты интернет-магазинов. Наверное, можно сказать, что большее количество интернет-магазинов в этой стране сделано на нашей платформе. Евросеть, Связной, МТС, Эльдорадо, Леруа Мерлен и целый список других прекрасных интернет-магазинов. А сколько сайтов? Только про каждый из этих проектов можно было бы делать отдельные истории и рассказывать, и собирать такие презентации. 200 тысяч сайтов — это действительно много профессиональных, серьезных и очень нужных всем нашим клиентам проектов. Битрикс управление сайтом – это платформа номер один все-таки на рынке. В рейтинге, беспла... в рейтинге платных CMS мы номер один. Почти 60% сайта сделано на нашей платформе. Номер один в рейтинге платных CMS Рунета. Почти 30% интернет-магазинов из топ-300 -топ работают на нашей платформе. И все остальные сделаны на своих каких-то разработках. То есть нам есть еще над чем работать, ребят нам нужно довести эту величину как минимум до 50%. И в глобальном рейтинге v 3 Tech мы на девятом месте среди всех CMS в мире. Давайте немного о трендах. Действительно, рынок меняется очень быстро и очень существенно. И самое главное изменение на этом рынке – то, что интернет, к которому мы привыкли как к растущей истории, перестал расти. 2% прибавил интернет, всего 2% за прошлый год. А что это означает для нас с вами? Это означает, что все клиенты уже там, у них уже есть привычки, и они пользуются теми сайтами, которыми привыкли. И мы будем бороться, каждый из нас, за аудиторию, у которых уже есть опыт жизни и работы в интернете. На чем это еще проявляется, кстати? По статистике, в месяц человек просматривал раньше 750 примерно сайтов, а это число сильно снизилось. Сегодня это примерно 540 сайтов. Все меньше вариативных проектов предпочитает смотреть клиент. И если раньше он в день просматривал 12 разных сайтов, то сейчас уже 11. Конечно бы не хотелось, чтобы их стало всего два или один. Но тем не менее это тенденция, и она проявляется в том, что действительно все население уже в онлайне. Госрегулирование. Ну, тут мы все знаем. Мы все знаем закон ФЗ-152, мы знаем ФЗ-54, и без них уже на сегодняшний момент никак. Страшные и пристрашные GDPR, которым пугают европейцев. Кану Это нормы, их закон о персданных, но для Европейского Союза. И вы знаете, я уже писал даже об этом в Фейсбуке, наши законодатели вообще просто лапочки по сравнению с тем, как там этот закон подготовили и ввели на рынок. И, наверное, еще важное понимание. Во всех странах сегодня есть регуляторы. Во всех странах есть госрегулирование. Будете вы в Европе, в США, в России, на Филиппинах, вашему интернет-проекту может прийти либо рекомендация, либо письмо, либо какой-то совет от госрегулирующей структуры. Они теперь есть во всех странах и нужно принимать это как данность. Мобильный мир. Тут действительно все традиционно. Вы сами являетесь участниками этого процесса. Любопытная статистика, что плюс 20 процентов выросла мобильная аудитория, а вот дисктопная минус 2%. Это все-таки о чем-то говорит. Но для меня любопытна цифра: что 73 миллиона человек а по сути, это все, кто пользуется интернетом, у них у всех есть мобильный телефон. Фактически, меняются только наши привычки. У нас может стоять компьютер внутри дома, но мы откроем мобильный телефон и в удобном нам месте оформим заказ с мобильного телефона. И доля вот этих заказов с мобильных телефонов неуклонно возрастает. Даже если говорить про среднюю статистику, она уже сегодня 60-59%. Но вот магазины, с которыми мы общаемся, говорят о 70% заказов. Они говорят, у некоторых даже есть больше, в зависимости от категории товаров. Ускорение общения. Ну, опять же, традиционно привычная для нас с вами история мы привыкли раз мы на мобильном значит мы должны быстро коммуницировать через мессенджеры и в том числе с владельцами магазинов и с самими магазинами и с организациями рекламный рынок при этом меняется при том что огромное количество сереж переключи пожалуйста огромное количество людей пользуются рекламой в интернете меняется Сами подходы к этой рекламе. Например, цена привлечения в Яндексе растет. У них да не только правила. в Яндексе, но на самом деле, смотрите: ведь реально все активное население в онлайне действительно, эту аудиторию начинают продавать, монетизировать. И туда пришли все за этой аудиторией. Очевидно, что стоимость конкуренции за этой рекламой начинает возрастать. Все ищут новые инструменты. Яндекс ищет инструменты, и Google предлагает разные инструменты. Совсем недавно Google менял требования к контенту, вернее, к тем посадочным страницам, на которые должен приходить трафик. И вот это один из графиков клиента, у которого, не помню, 19-го, по-моему, да, числа произошел скачок определенный скачок по стоимости рекламы они говорят да можно снизить но вам нужно выполнить определенные требования и для того чтобы рассказать о тем требованиях которые происходят об этих изменениях мы пригласили нашего коллегу из компании Google Илью Сидорова Илья прошу Скажите, пожалуйста, почему все происходит так? Спасибо большое. Всем привет. Меня зовут Илья Сидоров. В компании Google я работаю с новыми продуктами и решениями в мобильном направлении. И... Кликер. Спасибо. Окей. И действительно, мы уделяем все больше внимания страницам перехода, сайтам, лендингам. Анализируя эффективность своих рекламных продуктов, мы видим, что решающее влияние на конечную эффективность, на конверсию, оказывает именно лендинги. И помимо конверсии, также страницы перехода, то есть лендинги в AdWords учитываются при расчете показателя качества. То есть улучшая лендинги, делая лендинги лучше, вы также можете повысить эфф... не только повысить эффективность рекламы, но и снизить стоимость перехода и выиграть в позициях. И ключевые факторы, влияющие на успешность целевой страницы, в первую очередь, то, что учитывается в расчете показателя качества, это релевантность и удобство использования на всех устройствах, а также то, что напрямую влияет на конверсию, это скорость загрузки и безопасности. И чуть подробнее о каждом пункте. Главный фактор, влияющий непосредственно на показатель качества, это релевантность страницы, релевантность лендинга. Пользователь должен приходить на ту страницу, которой он интересуется. То есть если вы размещаетесь по запросу с конкретной моделью автомобиля, то и лендинг, на который попадает пользователь, должен быть про эту модель автомобиля. Если же, например, пользователь интересуется в целом категорией украшений, аксессуаров и так далее, то он должен попадать также на лендинг категорийный. То есть лендинг, и это очень важно, должен быть релевантным для пользователя. Он также должен быть, содержание лендинга должно быть уникальным и востребованным. Но мы, конечно, понимаем, что для того, чтобы пользователь сконвертировался на лендинге для того, чтобы э, его опыт был позитивным. Мало того, чтобы сайт был релевантным и страница была релевантной важно также чтобы она была удобной в использовании и как говорил сергей мы видим рост стремительный рост мобильного трафика в том числе и у себя на гугле уже более двух лет у нас мобильный трафик превышает трафик с компьютеров и при этом мы видим что этот рост продолжается то есть в отличие от десктопного трафика мобильный трафик продолжает расти и если вы если ваш бизнес планирует расти, хотел бы расти вместе с интернетом, то, конечно, очень важно делать лендинги удобными для мобильных, да? делать свои сайты, страницы сайтов, страницы перехода удобными для просмотра с мобильных сайтов. Соответственно, они должны помещаться по ширине даже в небольшие экраны, небольшие экраны наших смартфонов, телефонов. Они должны быть удобочитаемыми, то есть можно прочитать текст с мобильного. И ссылки и кнопки должны быть достаточно крупными и на достаточном расстоянии друг от друга проверить, считает ли AdWords, считает ли Google ваши лендинги, ваши сайты удобными для мобильных. Вы можете просто зайдя на поиск Google и введя поисковый запрос Mobile Friendly Test. Соответственно, вот эти два фактора, релевантность и удобство для просмотра с мобильных, влияют непосредственно на показатель качества, влияют на ту стоимость перехода, которую вы будете получать, влияют в конечном итоге и на эффективность. Но на конверсии даже большее влияние оказывает скорость загрузки ваших лендингов. И проверить, собственно, как обстоят дела со скоростью у вас на ваших сайтах и лендингах, вы можете при помощи вот в частности PageSpeed Insights, там же вы сможете получить и э, набор рекомендаций, потому что можно сделать, чтобы ваши страницы грузились еще быстрее и, э, соответственно, прямую конвертировались еще лучше э, в продаже заявки и так далее. Ну и важное нововведение, которое мы сделали в этом году, мы добавили непосредственно в интерфейс AdWords отчет по лендингам, по целевым страницам. Теперь вы можете в интерфейсе увидеть все в разрезе не только компаний, но и в разрезе конкретных страниц перехода. Отследить удобства, посмотреть, какие страницы работают лучше, а какие нужно оптимизировать. И увидеть также информацию потом, какая доля кликов приходится на мобильные страницы у вас, на удобные для мобильных э, страницы, как по отдельным лендингам, так и в целом по аккаунту. Ну и, наконец... Последний пункт по порядку, но не последний по важности, это безопасность. Мы делаем все для того, чтобы сайты становились безопаснее в интернете и э, удобнее, чтобы они вызывали доверие. Это также важно для конверсии. И важный апдейт, то, что с июля 2018 года, со следующей версией Chrome, мы будем предупреждать всех пользователей, если они заходят на страницу, которая не на HTTPS, а на HTTP, что это небезопасный сайт. Соответственно, призываем переходить на HTTPS, сделать интернет безопаснее. И также напрямую безопасность влияет и на конверсию. Ну и резюмируя, на показатель качества и, соответственно, в том числе на эффективность рекламы и стоимость напрямую влияет релевантность и удобство использования на всех устройствах. И на вашу конверсию также напрямую влияет скорость загрузки лендингов и безопасность. И с замечательной платформой Bittrex как раз-таки вы можете добиться всех этих э, важных большое, Илья. факторов и повышать эффективность. Спасибо большое. Спасибо. На самом деле вы действительно очень много делаете для того, чтобы веб стал и безопаснее, и быстрее. Но мы, соответственно, стараемся все вместе подстраиваться под ваши требования и изменения. Ну что ж, движемся дальше. Из тех изменений, опять же которые происходят цена увеличения рекламы приводит к тому, что мы все чаще начинаем произносить такие слова как лтВ жизненный цикл клиента и заработок на не первой иногда не на второй, а вообще окупаемость с третьей, четвертой и пятых сделок. а это жизненный цикл и окупаемость со следующих историй. И для того, чтобы ввести трафик на сайты клиентов, для того, чтобы ввести трафик на э, в те места, где можно было купить, конвертировать, вам нужно как можно больше посадочных страниц, как можно больше сайтов. Поисковики рекомендуют под каждое ключевое слово или под каждое обновление делать отдельный лендинг, отдельный сайт, отдельную посадочную страницу. Их нужно все больше и больше теперь. Так выглядят текущие изменения рынка, так выглядят тренды. То, о чем хотелось, наверное. Вначале поговорить, прежде чем мы представим вам новую версию, 18-ю версию продукта. Новая история нового продукта. Итак, управление сайтом 18.0. Вначале. ФЗ-54. То, без чего по большому счету на сегодняшний момент нельзя работать. Большинство структур компаний интернет-магазинов уже подключили кассы. И 1 июля будет финальный завершающий шаг, когда подключатся оставшиеся игроки, и мы можем сказать, что вообще интернет перешел на новый ФЗ, и теперь мы все печатаем электронные чеки. Внутри... Управление сайтом мы поддерживаем в интернет-магазине все ФФД и вообще все сервисы, которые сегодня сложились на рынке. Orange Data, Atoll, 1С. Вы можете печатать непосредственно как через 1С, так и другие инструменты. Новое обновление чеков привнесло то, что в чеках появились товарные позиции. И с этим связано то, что появились множество возвратов. Не все компании могут следить за остатками на своих складах. Новый продукт привнес печать чеков авансовых включается одной простой галочкой, и вы печатаете чек сначала аванса, потом, когда происходит реальная отгрузка, вы точно знаете, какие товары уже вы отдаете клиентов, вы печатаете финальный чек в счет аванса, тем самым уменьшаете количество возвратов и лишних, лишних документов оборота внутри вашей компании. 18.0 полностью поддерживает ФЗ-54 во всех его аспектах со всеми игроками, которые на сегодняшний момент представлены на рынке. ФЗ-152 персональные данные. И здесь действительно без этого сегодня уже не получается работать интернет-магазину. На всех участках от момента создания заказа, регистрации пользователя, при оформлении заказа мы позволяем записать сам факт того, что именно этот пользователь с этого IP, с этого логина подтвердил и принял персональные данные. Эта информация может вам в дальнейшем пригодиться. Мы даем готовую форму согласия, в которую достаточно внести данные вашей компании, указать, кто ответственный за персональные данные, и она появится в тех местах, где вам необходимо. Конечно, ключевой элемент продукта — интернет-магазин. И по нему постоянно ведутся существенные большие работы. Весь блок включает в себя профессиональное управление, от управления каталогом, скидками, платежными системами, всеми аспектами до КАС, управления конверсией, мобильными устройствами и другими инструментами. Для начала хотелось бы рассказать о том, что поменялось с точки зрения мобильного магазина, потому что Mobile First, так мы об этом говорим, вся цепочка интернет-магазина выверена, проверена и собрана на новых компонентах и соответствует необходимым требованиям. Главная страница идеально правильно выглядит. На Система управления списками. На списках вы будете фильтровать нужные товары, выбирать их по цветам, выбирать их по размерам. На Им. самом деле, ведь получается, что от того, того, что мы перешли на мобильное устройство, наши потребности в выборе, отборе товара, сужении и сравнении не исчезли. И мы должны сделать это все непосредственно на мобильном устройстве. Конечно же, детальная страница товара, где чаще всего потребитель выбирает, смотрит цвет, характеристики и, собственно, принимает решение. Отдельная работа проведена с корзиной на мобильном устройстве. Стало удобнее выбирать товары, появилась возможность добавлять подарки прямо на мобильном устройстве. Клиент теперь может увеличивать вам какой-то средний чек или увеличивать LTV для себя. Оформление заказа и, конечно, персональный раздел. Таким образом, мы проверили, собрали и сделали идеально работающую всю цепочку на мобильных устройствах для интернет-магазина. И и мы вас призываем, да и многие партнеры уже считают, что все компоненты на сегодняшний момент идеально подходят для того, чтобы использовать их в том виде, как они есть, для того, чтобы выпускать интернет-магазины на мобильных устройствах. Сама по себе корзина, не только на мобиле, но и на десктопных приложениях. Здесь проведена большая работа. Есть категория наших клиентов, которых мы называем B2B, те, которые торгуют крупными объемами, либо большими заказами. Это когда бизнес оформляет заказы в интернет-магазинах. В корзине до 2500 товаров. Карточка очень узкая, чтобы вместить большое количество позиций. Требуется поиск, быстрая фильтрация. Нужно переключать необходимые торговые предложения, менять цену, менять количество. И все это должно работать в реал-тайме быстро и надежно. Мы выпускаем новую корзину B2B, которая выверена, проверена для крупных клиентов. И у нас несколько пилотных проектов, которые мы сопровождали. И я прямо с удивлением смотрел на заказ в 1800 позиций. Он просто листается долго, не говоря о том, чтобы это работало. Вот именно эти клиенты как раз хорошо знают, какой фантастический объем работы проведен именно в этом разделе. Мы полностью переработали корзину B2B и выпускаем ее в специальной редакции для крупных интернет-магазинов. Корзина B2C — это когда традиционный интернет-магазин, рассчитанный на наших обычных клиентов. Здесь другая потребность. В корзине достаточно малое количество товаров. Обычно их 2-3. Но здесь другое представление. Товар должен представлен быть крупно. Картинка должна быть понятная клиенту. Он мог легко выбрать цвет, мог сменить размеры, изменить количество. Временно убрать товар или вернуть его обратно в корзину. Увидеть подарки, положить их в корзину, тем самым увеличив вашу как бы, лояльность к магазину. Все выглядит очень просто, но, как говорят, под капотом. Очень много отработанных нюансов. Отмененный, возвращенный товар, как с этим работать. Все это отработано и сделано в идеальной, правильной корзине B2C, ориентированной в первую очередь на конверсию. И мы говорим о том, что вся цепочка интернет-магазина и на дисктопе полностью выверена и готова. Главная страница, список, деталька, корзина, оформление, персональный раздел. И каждый из компонентов создан так, чтобы вы могли его легко встроить в свой дизайн. Они легко интегрируются, легко адаптируются по внешнему виду, и сама область, которая вам необходима, может быть встроена в любые варианты представления этого дизайна. Маркетинг, стимулирование продаж. Этот блок у нас всегда был очень сильный, мы активно им занимаемся. Иногда бывают вебинары, на которых коллеги задают завальные, на их взгляд, вопросы, а можно ли сделать такую скидку, и нам удается сделать все, что необходимо. Мы развиваем этот блок и в 18-й версии выпускаем накопительные скидки. Появился новый мастер, который достаточно легко дает возможность вам запустить накопительную программу. Эта программа будет взаимодействовать с другими скидками и может выполняться в тот момент, когда действительно нужно для вашего клиента. Отдельное направление для развития – это платежные системы. Я бы не сказал, что их становится сильно больше. Наверное, их становится даже меньше, но все они развиваются, обновляют API, все требуют поддержки и развития. Мы актуализируем, выпускаем все эти элементы и отдельное направление работы с Яндекс.Кассой и с Яндекс.Деньгами. Яндекс Касса привнесла новые изменения в новом API. Она дала возможность сделать быстрый возврат вашим клиентам тех средств, которые они оплатили. Это стало очень удобным. Для перехода на новое API вам нужно обратиться в компанию Яндекс и сказать, что вы готовы перейти на новую схему работы, и они вас переключат. Но все это уже есть в 18-й версии продукта. Службы доставки. И после того, когда заказ оформлен, его необходимо доставить. Мы поддерживаем все и актуализируем в 18-й версии все службы доставки, с которыми работаем, отдельно хотелось бы остановиться на транспортных заявках. У нас специальное отношение с Почтой России. Но все-таки большинство интернет-магазинов работают на один из битрикс управления сайтом. И у нас есть специальный проект в рамках сотрудничества с Почтой России. Мы и доработали, и интегрировали API, доделали специальную интеграцию, в рамках которой, ну, во-первых, она сама по себе улучшилась, а это все-таки сегодня основной поставщик. Но мы выпустили еще одно решение для крупных интернет-магазинов, связанное с транспортными заявками. Для клиентов от 50 заявок можете в конце дня собрать эти заявки в определенный пакет, отправить его почте России, получить полный пакет документов на вот эту поставочку и просто сдать ее курьеру, который приедет от почты России. Нет ожидания, нет каких-то стояний в очередях, вы очень быстро обрабатываете ваши отгрузки. Не со всеми они подписывают такие особые отношения, я имею в виду не со всеми магазинами, но если вы делаете объем в рамках автоматизации, с ними можно договориться и на интеграцию на API, и на обмен через флешки. И для крупных игроков это прям очень существенно. А также в интернет-магазине, что мы еще выпускаем? Отдельное, регулярное, постоянное направление нашей работы — это интеграция между 1С и интернет-магазином. Все, что касается обмена в реальном времени, заказ сформировался, статусы передались на сегодняшний момент. Это один из самых внимательно отслеживаемых модулей, с которым все, на наш взгляд, работает сегодня в боевом очень хорошем режиме. И по нему выходит постоянное обновление. Мы делали два специальных вебинара, на которых проверяли кейсы клиентов, ребята задавали в реальном режиме времени нам вопросы, как сделать некий кейс. Мы этот кейс показывали на экране компьютера и показывали, как его собрать. Геолокация на Яндекс-картах ⁇ это можно использовать на сегодняшний момент в интернет-магазине. Google карты можно использовать при оформлении заказов. Это все, что дальше выпускается. Синхронизация товаров с ВКонтакте. Очень любопытный и нужный интерфейс для многих наших клиентов. Очень популярный и востребованный инструмент, так как ВКонтакте является достаточно хорошей с э, хранилищем аудитории, с которой вы взаимодействуете. Вы отправляете товары с вашего интернет-магазина в автоматическом режиме, вы видите карточки ваших товаров, вы можете вгружать как все товары, так и определенные по определенным тематикам, можно посмотреть изображение этих товаров, выбрать необходимые условия в этих товарах и сразу же обратиться в чат внутри ВКонтакте, чтобы этот товар заказать. Ну, самая простая автоматически работающая интеграция сама по себе стоит очень ценно, большого значения. Яндекс Вебмастер. Спасибо большое Яндексу, он не унывает и выпускает сначала первую, потом вторую, теперь третью версию API. Мы с огромным удовольствием переделали и ждем следующую четвертую версию, чтобы поддерживать ее еще раз. Интернет-магазин. Все, что мы представили вам от федеральных законов, полностью мобильного интернет-магазина и полностью работающего десктопного магазина. Все компоненты и все составляющие. Это интернет-магазин. Движемся дальше. По просьбам клиентов и партнеров внутри продукта появляется авторизация по номеру мобильного телефона. Теперь вы сможете организовать Авторизацию клиентов не по имейлу, e а по номеру мобильника. Две аудитории два сценария. Для маленьких магазинов, где эпизодические покупки, будет режим, когда вообще не нужно знать вашего пароля. При каждом авторизации внутри вашего магазина на смс будет приходить определенный код, который клиент будет вводить. Если ваш магазин подразумевает частый возврат ваших клиентов, будет схема работать с предложением ввести пароль, который они будут вводить. Если вдруг пароль будет забыт, вы можете его легко восстановить через смс. Мы поддерживаем внутри SMS. Room, мы поддерживаем Twilio, вы сможете через Marketplace загрузить дополнительные интеграции. Я на самом деле слышал здесь какие-то неуверенные хлопки, но я вообще считаю, что это огромное изменение в платформе. Я думаю, что его обязательно нужно отхлопать. Это, кстати, работает не только на мобильном телефоне, но и на десктопе, без сомнения. Скорость и производительность обязательная часть внутри нашего продукта. Мы занимаемся этим, занимаемся этим каждый день и в самом продукте, и виртуальную среду, и готовим композитный сайт. Мне даже кажется, что это уже совершенно очевидно, как золотой стандарт, что сайт, в котором включен композитный сайт, он просто по умолчанию должен работать очень быстро. Почти половина всех сайтов на нашей платформе включили эту технологию и пользуются всеми ее преимуществами. Очень горжусь. И очень горжусь, что мы выпустили вообще такое технологическое решение. Мы выпускаем новую эталонную среду, нашу новую виртуальную машину, которая будет предназначена для версии 18.0. Там много обновлений, но одна из интересных новинок — это возможность бесплатного SSL-сертификата с автоматическим продлением. Это очень классная функция. Не случайно же все требуют, чтобы сайт содержался цельный сертификат. Сама виртуальная машина сходит к провайдеру, для данного домена получит и будет автоматически обновлять эти сертификаты. И это вообще очень круто. Я согласен. Let's Encrypt. Совершенно верно. Нагрузочное тестирование. В команде у нас есть несколько человек, которые занимаются только тем, что тестируют производительность продукта. И один из таких тестов, мы любим устраивать нагрузочные большие тесты, был построен на каталоге, взятом у компании Best Buy, на 2 миллиона товаров, где была создана эталонная среда вместе с компанией Selectel и Linvenda. И в результате, ну вот это, наверное, очень четкий показатель, когда настоящий, не так сказать, специально созданный каталог, а реальный каталог товаров на 100 регионов, 173 миллиона цен, 200 тысяч заказов, 35 гигабайт базы данных и 3,5 миллиона торговых предложений. Нагрузочные тесты, почти 10 миллионов покупателей, почти 50 тысяч заказов, 0,4 секунды. В большинстве своем продукт сильно больше, чем реальные потребности настоящих клиентов, те, которые. Торгуют или работают. И это все было выполнено на одном сервере. В рамках этого проекта вот ту самую B2B корзину в некоторых моментах ускорили в 32 раза, в два с половиной работу обычной традиционной корзины и множество разных узких мест убрали. И, конечно же, огромное внимание. Давайте дадим похлопать. Очень <звы> хочу и, конечно же, огромное внимание в продукте уделяется безопасности. У нас работает 4 человека, которые получают свою зарплату только за то, что они постоянно ломают нашу платформу. На самом деле, они не получают зарплату, если они ее не сломали. Это их задача поддерживать, тестировать продукт и поддерживать все инструменты, с которыми... Мы защищаемся вместе с вами. Один из ключевых – это проактивный фильтр и Web Application Firewall. Мне бы очень хотелось рассказать о некоторых проектах, которые бы подробно объяснили, но, к сожалению, рямки ограничений или условий не позволяют мне рассказывать об этом подробно. Разработчикам, конечно, нужно было представить очень важную цель и развитие всей платформы, всего нашего ядра D7. У меня есть отдельный слайд по развитию ядра D7. И у меня было даже подробное описание, что там будет. Но оно завершалось словами «разработчики будут счастливы». И они говорят, будут объекты, те, которые вы хотели, вы будете работать с объектами, а не с таблицами. Классы, объекты, коллекции появятся автоматически. И дальше целый набор данных или атрибутики, которые необходимы. Это очень большое и долгожданное обновление для разработчиков, и я рад, что ребята продолжают и развивают архитектуру всего ядра платформы. Новый REST. Мы выпускаем новый модуль в составе продукта. Он также предназначен для разработчиков, чтобы, поставив этот модуль, вы могли легко для этого сайта выпустить REST-методы. Много всяких составляющих внутри включается установить этот модуль и использовать смогут в первую очередь разработчики. Платформа. Платформа у нас подходит не только для работы в статических средах или в классическом хостинге. Мы много делаем, чтобы она совместима была с облачными провайдерами. Мы поддерживали Amazon, мы поддерживали облачные файлы S3, мы поддерживали облачные файлы Google а и многих других игроков. Но я очень рад, что в России появились игроки, которые сделали поддержку своих облачных файлов. Мы сделали совместимость с Mail.ru Cloud Solutions и сделали поддержку их решения по поддержке облачных файлов. Более того, могу сказать, что мы сами активно пользуемся этими инструментами, интерфейсами, и в другом нашем проекте мы перенесли туда примерно 800 терабайт, если я не ошибаюсь, информации и данных, которые сегодня хранятся, используя это хранилище. Мы также поддерживаем виртуальные сервера, и инфраструктуру, которая поддерживает Mail.ru. Очень круто, что ребята развивают этот проект. Мы считали, что очень важно его поддержать. И очень рады, что они со своей стороны дают специальные промо-акции для наших партнеров и клиентов. Два месяца бесплатно вы можете пользоваться их услугами, используя промокод 1 из Bittrex. Можно скриншотить, но на их сайте обещали, что возможность будет представлена. В нашей платформе уже давно существуют инструменты для развития маркетинга. Автоконтекст, скидки, купоны, пульс конверсии, рассылки, триггерные рассылки, инструменты для SEO, управления баннерами. Естественно, мы развиваем все эти инструменты и сегодня представляем новые инструменты для маркетинга в управлении сайтом. И теперь внутри маркетинговых инструментов появляется сегментация клиентов. Сегментация, которая позволит вам из тех покупателей интернет-магазина, которые у вас есть, создать нужные аудитории. Те, которые были у вас вчера, недавно, у кого день рождения, вы их по тем или иным критериям формируете. Источниками могут быть как покупатели, веб-формы, инфоблоки, любые данные, либо любые свои списки, которые вы можете загрузить. И на основании этих данных вы дальше сможете сделать целый набор действий. Первая из которых e – e-mail-рассылки. Вы можете в сформированные сегменты производить отправку так, как вам требуется. У нас отличный инструмент подготовки формирования писем. Все шаблоны специально проверены для отображения на мобильных устройствах и созданы готовые инструменты для того, чтобы это быстро можно было сформировать да, и отправить. Мы отлично поработали над качеством и доставки писем в том числе. Ну, например, с помощью сервиса… Мы проверили, насколько это письмо актуально, и мы набрали ну, почти максимальные баллы. Вы отправляете через свой сайт, через свой почтовый сервер. Вы правильно можете подписать это декимом. И этот инструмент хорошо укладывается в общую стратегию интернет-магазина по работе со своими аудиториями. Для наших клиентов 18.0, 18, версии 18.0, появляются смс-рассылки. Через того же подключенного провайдера вы можете сформировать сегмент и разослать им Напоминания, скидки, акции. И сделать это непосредственно из управления сайтом. Отличное обновление, которое обязательно оценят, оценят клиенты. И дополнительно в маркетинге появляется целевая реклама. Вы теперь можете по номеру телефона или по имейлу e догонять своих клиентов, покупателей. Вы можете ставить эту рекламу в Facebook, ВК, Instagram, Google, в Яндекс работайте с той аудиторией, которая оставила у вас хоть какие-то данные. Дотягивайтесь мы до них. Добав мы добавляем также триггерные рассылки. Триггерные рассылки — это серии писем, направленные на привлечение новых клиентов или на возвращение или удержание старых клиентов. Этот инструмент у нас был, но он сильно переработан, он стал проще, им стало удобнее управлять. И это один из самых популярных инструментов вообще в маркетинге, который у нас был. По подготовке, возвращению клиентов, цепочки очень хорошо работают стандартные цепочки, которые есть в продукте. Таким образом... Новый маркетинг, обновление, большое обновление модуля, которое будет доступно, начиная с версии 18.0. Итак, мы сегодня поговорили о трендах, мы сегодня поговорили о ключевых новинках, больших новинках модуля интернет-магазина и CMF в целом. И пришло время перейти к секретному ингредиенту. Вы знаете, к моему огромному удивлению, подготовка к мероприятию показала, что не высказывали достойных версий, что же мы собственно выпустим. Давайте расскажем об этом. Мы видим рынок таким образом, что есть профессиональная разработка, разработка профессионального сайта. Вот мы вместе с вами, 16 тысяч партнеров, создаем профессиональные проекты. Мы делаем им дизайн, проектируем путешествия клиента, делаем бизнес-логику индивидуальную. И это индивидуальная работа, которую чаще всего может сделать только профессионал. Но есть отдел маркетинга. Отдел маркетинга – это внутренний заказчик всех этих изменений, которому нужно очень быстро запускать контекстную рекламу, очень быстро готовить лендинги, быстро их создавать и, главное, просто ими управлять. И вот как эти два качества, как эти две сущности можно сочетать в одном продукте? Причем было бы очень круто, если бы они не просто рядом присутствовали, а взаимодействовали между собой, чтобы маркетинг мог получить преимущество профессиональной разработки. Ну и, собственно, с 18 версии, с версии 18.0, вам достаточно будет обновить свой продукт. Не, не нужно будет переделывать хостинг, менять проект. Вы сможете пользоваться тем же сайтом и тем же проектом, на котором вы сегодня работаете. И начиная с 18.0, в вашем распоряжении появляется впервые в стандартных тиражных продуктах большой профессиональный встроенный конструктор сайтов тот, за который клиенты платят иногда миллионы долларов для того, чтобы спроектировать этот проект. Мы представляем вам сайты 24 внутри управления сайтом. Давайте продемонстрируем, как все это работает. Это версия, на которой Юра будет демонстрировать нам обновленную версию 18.0. Смотрите, появился пункт ⁇ Сайты 24 ⁇ И здесь будут доступны те сайты, которые у вас сегодня есть, либо те, которые вы создадите в дальнейшем. В вашем распоряжении весь мощный проектировщик по созданию новых проектов или новых страниц. Давайте выберем одну из тем, а здесь их достаточно много, и вы потом и мы расскажем, как вы сможете добавлять сюда свои темы. В вашем распоряжении. Вот мы выбрали одну из тем. Давай попробуем выбрать цветовую гамму, цветовую палитру. Зачастую это требуется для того, чтобы сменить или спроектировать проект. Окей, давай начнем с этого. Мы нажимаем «Создать», и внутри управления сайта появляется готовая страница, которую мы прямо сейчас с вами будем редактировать. Прямо здесь, в онлайне, вы редактируете эту страницу. Каждый элемент, который вы видите, вы можете редактировать. Давай попробуем сменить шрифт. Очень частая история, когда нам говорят, попробуйте, поменяйте то, что происходит. И отдельная задача была смена шрифтов, дизайн элементов и массы других вещей. Ну, выбрали такой элемент. Это мы редактировали с вами содержимое этого блока. Редактирование и дизайн — два основных элемента. Но давай попробуем сменить фотографию. Можно поменять большинство элементов, все видимые элементы, дизайны, отступы, все, что необходимо для представления. Вы можете загружать фотографии из бесплатных библиотек, вы можете загружать свои фотографии, если вы их загружаете или работаете с ними. Итак, мы поправили первый блок. Очень бы хотелось все подробно рассказать, но тем не менее. Работа строится на блоках. Ну, давай один удалим и поместим сюда новый блок. И в вашем распоряжении огромное количество блоков. Видео, картинки, галереи, кнопки, меню, управление. Самые разные блоки. Здесь будут находиться ваши блоки, которые вы разработаете для своих клиентов, которыми они смогут работать в дальнейшем. Готовый блок мы поместили, в визуальном режиме мы можем отредактировать количество, состав, элементы, посмотрим, как это выглядит на планшете, посмотрим, как это выглядит на мобильном телефоне, все ли у нас хорошо, все отлично, все мы готовы к тому, чтобы опубликовать эту страницу и в этот момент на вашем сайте. На вашем хостинге, никуда не публикуясь в другое место, происходит создание специальной страницы, которая будет работать максимально быстро и будет представлять содержимое то, которое вы представите. Масса анимированных, анимированных элементов, да и вообще вся бизнес-логика, которая необходима клиенту. Давай вернемся еще раз в наш редактор и продемонстрируем важную для разработчиков настройку. Здесь, конечно, можно подключить и Google, и аналитику, и массу других элементов, все, что связано с SEO. Но я обращу ваше внимание как разработчиков на шаблоны сайта. Мы показали вам сейчас пример, когда мы создавали просто страницу. Но вообще вы можете создавать страницы сверху и снизу, так как мы привыкли. С сайт-баром, с правым или с левым. И также в визуальном редакторе, в блоках редактировать единое меню для всего сайта. И создавать не просто одностраничники, а полностью управлять интернет-проектом, используя такую визуальную концепцию работы. Ну и в завершении реальной демонстрации я бы хотел продемонстрировать страницу, которая создана для продвижения товаров. Давай ее отредактируем и покажем, что помимо самого лендинга здесь есть блок, который берет данные из интернет-магазина, из инфоблоков. У него есть параметры настройки, вы можете их выставить, но вы можете здесь изменить внешний вид. Давай поменяем, сейчас у нас по три элемента в ряд, давай попробуем поставить по несколько других элементов, ну, например, два элемента и три. Таким образом, отдел маркетинга готовит страницы, делает промо под товары, выбирает, например, категорию товаров определенного размера, цвета, акций, условий, формирует эти лендинги и размещает такие готовые страницы для сайтов. Я даже не сомневаюсь, что в скором времени появятся генераторы, таких страниц на базе этих блоков, потому что спрос и потребность отделов маркетинга будет огромна на развитие. Ну что ж, очень бы хотелось показать все подробнее. Вы сможете посмотреть и увидеть подробнее. Вот, кстати, с лендингом мы перешли непосредственно на покупку. Спасибо большое, Юр. Возвращайте нас, пожалуйста, в презентацию. Мы представили вам сайты 24. Сайты, которые позволят вам совершенно по-другому и вашим клиентам совершенно по-другому работать с материалом, с контентом и соответствовать требованиям рынка. Ну давай уже скажем это. Хватит платить за конструкторы сайтов. Теперь внутри каждого управления сайтом есть свой конструктор, который позволит вам реализовывать задачи. Чуть-чуть перечислим ключевые элементы. Действительно. Визуальность и простота — главная вещь. Множество готовых шаблонов, которыми вы сможете создавать базовые стандартные темы и управлять содержимым. Готовы не просто шаблоны, но и готовые блоки, которые вы можете использовать. Это может быть что угодно. Тексты с картинками, обложки, текст, расписание, партнеры, кнопки, ссылки. Все что угодно. И этот список постоянно дополняется нашими разработчиками. Отдельная задача и возможность, которую мы создали, это блоки, связанные с компонентами. На самом деле, конечно, вам как разработчикам важно понимать, что это все-таки не компонент. Это специальная обертка, но вы можете взять свой обычный компонент, обернуть его и опубликовать и как бы разместить в этом каталоге. И там уже будет любая бизнес-логика. Это могут быть калькуляторы, расчеты. Все, что мы с вами реализуем зачастую для клиентов в рамках этого решения. И эти блоки можно создавать и размещать. Простой конструктор, который можно визуально управлять содержимым, текстом, отображением, работать с фотографиями, то, пожалуй, наверное, чего, не хватало на сегодняшний момент для клиентов. И мы уже подчеркнули, что можно создавать не только одностраничники, но можно создавать полностью весь сайт. можно сформировать его таким образом, что у него будет верх, низ, сайт-бары, и вы опять же будете редактировать их визуально просто. Совершенно очевидно, что все сайты 24, все созданные инструменты с помощью этого конструктора абсолютно адаптивны и прекрасно смотрятся на, люби, на любых мобильных устройствах. Обращу ваше внимание, некоторые блоки, и это в настройках блока делается, указывается, доступен ли он с мобильного или нет. Потому что зачастую нужно, например, сделать специальную версию из блоков для планшета, отдельную для десктопа, и могут быть совершенно разные композиции дизайна, которые представляются. И все эти возможности есть сегодня в продукте. Все, что касается SEO, интеграции правильной выдачи. Метрики, интеграции с Яндекс Метрикой и с Google Аналитикой. Конечно же, очень легко поставить бесплатный онлайн-чат на сайт, конечно же, очень легко встанет серая форма на этот сайт для того, чтобы вы могли контролировать каналы коммуникации с вашими клиентами. Все, что касается скорости, является отдельным объектом проработки. Страницы кэшируются, работают с композитом, и эти лендинги обязательно выдержат любую нагрузку клиентов, которые будут присылать на эти сайты. И очень здорово, что все эти сайты могут публиковаться именно на вашем сайте, жить на вашем хостинге и в вашем домене. И без сомнения это, конечно, позволит выполнить требования Гугла для правильных посадочных страниц для клиентов. Отдельный вопрос для партнеров, без сомнения. Как нам с этим интегрироваться? Marketplace доступен и интегрируется с приложениями для того, чтобы вы могли создать свою тему, свои блоки и опубликовать их либо для своего клиента, либо для тех клиентов, если вы начнете работать на общий рынок. И уже Некоторые партнеры создали первые решения. Компания Crite разработала первые темы для сайтов, и они будут первыми опубликованы в маркетплейсе. Ну или вот есть, например, новое решение от компании Aspro, посадочная страница представительского класса, приятные лендинги Priority 24. Выглядят они совсем по-другому, а управляются они точно так же. Также редактируется блок, также правятся содержимое. Вы, кстати, обратили внимание, что мы поставляем блоки в английском варианте огромная перспективная тема создавать коллекции во первых локализованные с контентом смыслом с фотографиями которые потребуют минимальных усилий от партнеров но мы видели свою задачу в том чтобы выпустить вам инструмент и дать возможность с ним работать а ну, уж дальше можно развивать сегмент ну конечно мы приглашаем вас создавать новые решения, новые, новые сайты, лендинги для нашего маркетплейса. Связывайтесь с Сергеем Востриковым, он всегда будет готов ответить на ваши вопросы. Сайты 24 — это не это решение проверенное. Оно проверенное уже тысячами клиентов. Внутри Bittrex 24 сегодня создано 57 тысяч сайтов. Мы вот прям вчера собрали эту активную, актуальную статистику, верно, даже не создано, а опубликовано. Создано их там под 100 тысяч. 57 тысяч сайтов было опубликовано за 9 месяцев. Компании, начиная пользоваться, создают их и создают их очень много. Но раньше это единственное, где можно было сделать, это в каких-то облачных решениях. Фантастически круто, что это появляется внутри каждого сайта, внутри продукта, где вы сможете, и ваши клиенты смогут этим пользоваться. Лично наш отдел маркетинга не просто оценил, у нас сегодня запрещено собирать сайт по-другому. Более того, если им нужна спецбизнес-логика, то тот отдел, который раньше создавал у нас сайты, их задача сегодня только делать блоки. Они могут сделать блок и сказать, да, пожалуйста, теперь вы сами создадите себе сайт с теми блоками, логикой, которая нужна. Это сильно снижает себестоимость вообще всех этих проектов. Это на самом деле то, что нужно клиентам. Но я бы хотел еще отметить один аспект. Вообще, конечно, эволюция всех инструментов происходит. Когда-то, в 2003 году, было очень круто редактировать не через FTP, а вот таким редактором. Ну, это было здорово. Сейчас, в 2005 появились инструменты, которые позволили работать с блоками или с компонентами. В 2010 году Эрмитаж, работа с программным кодом, отладка и масса других инструментов — как бы пик девелоперского представления о том, каким должен был сад и система управления. Я рассматриваю сайты 24 как развитие концепции, как развитие интерфейсов взаимодействия клиентов с сайтом. Девелоперский сайт, тот, который мы делаем для них, он сохраняет свой смысл и логику. Но потребности, которые есть у клиентов, вынуждают его проще работать с тем, что мы для него создаем. Это прекрасная возможность по-другому общаться с сайтом. Я бы хотел обратить внимание партнеров о том, что раньше мы с вами не могли работать с аудиторией, которая ну, шла в конструкторы. Мы не могли им ничего толком предложить, потому что мы профессионалы. Ну что, мы будем делать лендинг, что ли, или писать им отдельный конструктор? У него огромная себестоимость. А сегодня мы можем предложить интеграцию вот этих двух подходов. Мы говорим, пожалуйста, вы можете сделать и программное решение, вы можете сделать все на своем хостинге и работать, и использовать это так, как вам требуется. Сайты 24. Наш любимый лозунг. Быстро, просто и эффективно. Мне кажется, он даже какое-то новое дыхание обрел. И он стал выглядеть 24. совершенно по-другому. Мы представили вам 18-ю версию управления сайтом. Сайты. Сайты 24. Новый конструктор, новая концепция, новое взаимодействие клиентов с сайтом. Огромное обновление по интернет-магазину. Все, что включено, все, что требуется. Разработчикам прекрасные изменения. И я буду очень рад, если разработчики станут счастливы и получат те изменения, которые им были необходимы. Маркетинг. Блок продолжает развиваться, потому что является ключевым на сегодняшний момент для клиентов и для интернет-магазина. И он будет развиваться очень быстро. Мы уже прошли три блока нашей презентации и остался последний рассказать о том, что мы еще придумали. Новая лицензионная политика. На самом деле, я так подозреваю, что мы где-то в середине нашей презентации. Шучу. Итак, изменения в редакциях. Вот столько сегодня у нас редакций. Мы посмотрели на них свежим взглядом и решили, что нам кажется, во-первых, их многовато, во-вторых, посмотрев на статистику, решили, что... Изменился и спрос, и структура потребления. Вы решили изменить линейку наших редакций, и мы снимаем с продаж редакции первый сайт и редакции с 1 июля. И редакция эксперт снимаются с 1 июля. То есть еще будет месяц, в течение которого можно будет и покупать эти редакции. То есть мы заранее вас уведомляем о том, что происходит. И в вашем распоряжении будет 4 редакции. Но у нас теперь удобно. две контентные: линейка. Старт стандарт а не для того, чтобы собирать сайты и проектировать. Малый бизнес и бизнес — это интернет-магазинные редакции. На них тоже можно делать сайты и проекты, но тем не менее четыре редакции, с ними должно стать работать проще. Ключевой вопрос — кому достанутся сайты? 24. С чего вы так решили? Вы вообще, знаете, сколько это стоит? Бизнес получает сайты 24. Малый бизнес получает сайты 24. Стандарт получает 24. Старт получает сайты 24. Но это не все. Что с числом сайтов-то? По умолчанию, вы знаете, у нас два сайта. И мы делаем совершенно непохожие на нас вещи. Бизнес неограниченное число сайтов. И речь идет о сайтах и о сайтах 24. Неограниченное число сайтов в малом бизнесе. Стандарт. Неограниченное число сайтов в стандарте. Два сайта, вы правы. Два сайта, вы знали. В старте два сайта можно сделать. И везде неограниченное, конечно, число страниц. Для тех, кто не Точно понял, что мы сказали. Мы снимаем лимиты по сайтам вообще. Вы можете сделать на бизнесе столько интернет-магазинов, сколько посчитаете нужным. Вы можете создавать сайты внутри редакции стандарта и всех остальных столько, сколько вам необходимо. Начиная с. Только в версии старт, число сайтов будет 2. Нет, если вы раньше уже приобретали или в течение месяца купите, да, они будут действовать. Но редакцию Старт нужно будет обновлять на более высокую, если вы посчитаете нужным, что вам требуется большее количество сайтов. Это существенное изменение в лицензионной политике. Слушай, мне кажется, мы так были щедры с безлимом по сайтов от меня, что теперь пришло время поговорить про деньги. Слушай, ну они же не надеются, да? Ну. Итак. Отдельный вопрос был с ценовой политикой. Мы должны были принять решение, что произойдет и сколько теперь будет стоить наш продукт. И после продолжительных дискуссий мы хотим вам сказать прекрасную новость. Цены на наши продукты не меняются. Конечно, для наших любимых enterprise клиентов которые делают крупнейшие решения, сайты 24 будут доступны для них, без сомнения. Количество не будет ограничено, в Enterprise также снимается лицензирование по сайтам, число страниц не ограничено, и для них цены не меняются. Для всех наших клиентов и для всех наших партнеров с сегодняшнего дня начинается акция, которая продлится 15 дней, ой, простите, полтора месяца, полтора месяца до 15 июля, акция, в которой вы сможете по льготной цене продлить все управления сайтом. Да, и мы призываем всех обновить вашу платформу, чтобы получить этот чудесный инструмент и другие обновления версии 18.0 вот прямо сейчас. Так как мы не решили не делать отдельную секцию вопросов-ответов для онлайна, мы решили, что мы можем заранее написать вопросы, которые вы зададите, и сразу на них будем отвечать. Давай будем задавать Давай первый вопросы. вопрос. Что нужно делать, чтобы получить сайты 24? Если у вас лицензия активна, то вы просто обновляетесь до версии 18.0. Если она не активна, воспользуйтесь акцией, делайте льготное продление и обновляетесь до версии 18.0. Расскажи о судьбе первого сайта эксперта. Обновляться не будут? Наш основной принцип ⁇ никогда не наносить ущерб тем клиентам, которые выбирали и пользуются нашими продуктами. Вы всегда сможете обновлять и использовать все возможности, которые мы выпускаем. Первому сайту не достанутся сайты 24, он технологически для этого не подходит, но эксперт получит сайты 24 в неограниченном объеме, так как это требуется. Если вы хотите, можно перейти на другие редакции, но это не является обязательным. Поэтому все, что касается интересов клиентов, будет обязательно соблюдаться. Скажи, новый конструктор сайта связан с Bitrix24? Мы используем единый технологический движок, но ни в коем случае никакой связи между публикуемым сайтом и тем, который в Bitrix24 нет, а это значит, что у вас внутри каждого из ваших сайтов будет ну, практически такой же движок, который мы выпускаем на рынке. Вот смотри, я сделал сайт на Bittrex управления сайта, мой привычный большой сайт. Могу ли я его править в новом редакторе? Такую задачу нам не удалось решить, но, честно говоря, это изначально было понятно, что не получится. То есть те сайты, которые спроектированы с программной логикой, они будут оставаться и функционировать так, как дальше. Для того, чтобы работать с новым сайтом, его нужно делать на сайтах 24, либо собирать новые блоки. В перспективе можно дойти до полного готового проекта на сайтах 24. Ну хорошо, в текущем сайте я могу добавлять новые страницы с помощью сайта 24. Конечно, это очень важное преимущество. Если у вас уже есть сайт, вы можете создавать внутренние. В этом домене, в подпапках, столько страницы лендингов, сколько вам требуется. Вот интересный вопрос. Мы призывали обновляться всех клиентов до 18.00, но что будет, если кто-то не обновится? Вы, обновившись, перейдете на сайты 24. Тут, наверное, вопрос о том, как они зависят от активности лицензий. Если лицензия не активна, то все опубликованные сайты, конечно, продолжают работать. Вы их можете редактировать, но публиковать новые сайты можно будет только с активной лицензией для того, чтобы работать с сайтами 24. Допустим, я клиент, и что мне нужно сказать партнеру, и как нужно договориться, чтобы новые сайты я мог править сам? Собственно, работать с сайтами 24, создавать новые страницы, создавать логику в рамках блоков и давать возможность клиентам работать и редактировать сайтами. Мы с тобой говорили, что в старте два сайта дополнительных, ну, два базовых поставки. Могу ли я докупить еще дополнительно? Новые сайты, еще раз, через месяц, пока это будет действовать, но вообще новые сайты для старта нельзя будет покупать. То есть мы решили, что эта редакция действительно для того, чтобы стартануть, попробовать или сделать первые проекты. Страниц там не ограничено, но два сайта. И вам необходимо переходить на старту. А если редакцию. я докупал сайт, у меня сейчас на старте три сайта. Они будут работать? Безусловно, все сайты, которые есть в стандарте, в старте и уже куплены были, они будут продолжать работать. Я сейчас очень хитренький. И вот мне интересно, если я куплю с управление сайтом, я могу делать огромное количество сайтов и сдавать их в аренду. И запустить конкурента Bittrex24 да. и всем остальным. К сожалению, нет. Лицензия персональная, она для одного клиента, и вы не сможете сдавать эти сайты в аренду. Но мы вообще готовы с вами поговорить. У нас нет пока такой четкой ценовой политики на этот счет. И скорее всего мы вас даже попробуем разубедить. Но мы видим очень высокую перспективу в индустриальных решениях. Например,. Компания для своих дочерних дилеров, партнеров или других игроков хотела бы создать 10-20 тем и дать им возможность редактировать такие решения. Отлично, мы готовы обсудить и сделать специальную вместе с вами ценовую политику. Одним словом, мы всегда приглашаем вас и открыты к диалогу. Вопрос от разработчика. Можно ли существующие компоненты управления сайтом использовать в качестве блоков на сайте 24 Придется блок специальным образом обернуть внутрь компонент, то есть в него обернуть компонент. Ну, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что мы с вами привыкли, что обычные наши сайты это отдельные страницы, на них лежит код, и они как отдельные страницы хранятся. Сайты 24 лежат в базе, и поэтому стандартные компоненты к ним не совсем подходят, но обычный компонент без переделки вы можете обернуть специальным образом, и он будет доступен внутри сайтов 24. Мы очень много сегодня обсуждали по сайтам в новой концепции, а интернет-магазины у нас так будут работать? В текущий момент нет, но мы активно работаем над этим чтобы представить вам интернет-магазин, полностью готовый в концепции сайтов 24. Мы над этим работаем каждый день последние много месяцев. У меня редакция эксперт. Я буду обновляться. Смогу это делать. Я уже говорил и это подчеркну еще раз. Мы стараемся, чтобы наш клиент никогда не пострадал. Вы всегда сможете обновить эту редакцию, получить сайты 24 и продолжать обновление дальше так, как необходимо. Допустим, у меня есть сайт или лендинг на каком-то другом конструкторе. Скажи, я могу перейти, отказаться от оплаты внешнего конструктора. Мы считаем, что вам будет значительно выгодней, если вы будете переходить на встроенный, на наш конструктор сайтов. Почему? У вас не будет оплат за место, за объемы, за количество, за трафик, да и за массу других вещей. Плюс вы сможете бросить мостик к интеграции. Другие ваши страницы мы, конечно, не сможем перетянуть, но мы считаем, что это прекрасная возможность для того, чтобы пользоваться встроенными инструментами. Один из важных вопросов: когда же наши клиенты, наши и у меня партнеры есть, все это получат? У меня есть на этот счет большой ответ. Во-первых, это очень сложный продукт. Его не так просто выпустить, протестировать, и мы делаем большую работу для того, чтобы планомерно выпускать обновления и выпускать их последовательно для всех наших клиентов. Но сегодня мы решили сделать исключение прямо сейчас для тех, кто смотрит эту презентацию становится доступно обновление сайтов 24, и вы можете обновить свой Bittrex управления сайтом прямо сейчас. Я очень горд, что ребята-разработчики смогли представить это обновление прямо сейчас. Подчеркну, что сайты уже доступны. Доступен в альфа-версии модуль маркетинга. Маркетинг, да. Все, что по интернет-магазину доступно. Отдельно мы будем тестировать Авторизацию по мобильному номеру и новое ядро. Дело в том, что это затрагивает существующие цепочки, и цикл тестирования по ним пройдет особый и существенный. Потому что, еще раз подчеркну, они очень глубоко лежат внутри архитектуры и затрагивают много разных нюансов. Это выпустим чуть-чуть дальше. Итак, один из битрикс управления сайтом: сайты 24, интернет-магазин, большое обновление для разработчиков и маркетинг. Спасибо большое команде, которая смогла создать такой прекрасный результат и выпустить. Они сейчас смотрят это изменение. И я хочу сказать, ребята, что вы просто фантастические. Вы делаете прекрасные продукты, и это очень здорово. Спасибо всем, кто смотрел нас сейчас в онлайне. У нас завершается сама часть презентации. Для тех, кто смотрит в онлайне, спасибо большое. Спасибо клиентам за то, что вы выбираете наших, наши продукты. И я уверен, что мы сделали вам... Очень важное и очень хорошное, хорошее дополнение. Обращайтесь, пожалуйста, к клиентам, партнерам, обновляйте, пользуйтесь условиями программы по скидкам и по обновлению. Мы сейчас завершаем онлайн.